Дальний Восток, 20 часов 56 минут. И вот солнце на западе уже зашло. Но еще не все, там облачка преломляют. Ну, горка плюс 1,5 километра тоже, конечно, уменьшает. Но тем не менее. Тем не менее, вот она на воде, блики. И я иду обратно от друзей. Все, рыбу сдал. Даже ее еще успел почистить. И мне вот зеленый семафор опять горит. Только что прошел товарняк, я вот за ним преодолевал. Вот видите, дорога затопленная. Пришлось вот от того семафора до сюда идти. И уже опять зеленый. Надо прыгать под откос. Ну, в принципе, там дорога уже хорошая. Но орать погромче песню, чтоб от меня разбегались всякие звери. Что я сейчас и буду охрипшим голосом делать после купания. Ну, я не только охрипший, я еще в попу ранитый. Потому что мне тут ставили пчелиные уколы. И один из них пришелся точно прям... практически чуть ниже спины, в копчик практически, но не совсем в копчик, со смещением, соответственно, сами понимаете, что там ниже. Вот я иду сейчас бодрой рысью, благодаря пчелам, терапия такая. Каждый день узнаешь что-нибудь новое. Вот здесь вот должны были бегать сазаны, но сейчас они, наверное, уже ушли, отнерестившись. Кстати, вот следы, вроде как сетку вставил кто-то. Вроде как воткнуты вешки. Ну ладно, ставил, это хорошо. А вон она, кстати. Вон она, убыла вода, вон она. Висит, еще не убрана. Я иду дальше.